Развитие сельского туризма обсудили в Тобольском районе. Туроператорам Тюменской области в Абалаке представили новогоднюю программу. Узнаваемость загородного центра повысилась после съемок фильма «По щучьему веленью». Гости хотят увидеть самоходную печь, колодец желаний, покачаться на сказочных качелях и посетить резиденцию Деда Мороза. Поток туристов стал больше, потому что людям стало интересно посмотреть на то место, где были съемки. А еще когда посмотрят фильм и приезжают, то они: «Да, точно, вот это ворота и качели». Для удобства гостей в центре села планируют сделать автомобильную парковку, а в туркомплексе уже расширили штат сотрудников. В планах увеличить в 3 раза палаточный городок. Зимой там зальют ледовый корт. Уже обновили избушку на курьих ножках и сменили ее хозяйку. Прежняя баба-яга ушла на пенсию, а новая принимает гостей туркомплекса. Представила себя баба-ягой и подражаю ей. Чем я могу удивить? Своей избушечкой, пирожками, чаем, своими байками.